вы оцениваете качество своей жизни? Ничего, на четверочку с двумя минусами. Ну, потому что хотелось бы жить где-нибудь в Монако, иметь собственный бассейн и несколько негров, которые выбирали боевое. А я просто всего лишь врач из Москвы. Врач-пульмонолог может себе позволить в Москве купить квартиру? Ну, наверное, через некоторое время, через несколько лет интенсивной работы в ипотеку, да. И может позволить себе, наверное, в доме какой-нибудь 70-й застройки, 70-х годов, наверное, может, конечно. Какая зарплата у врача-пульмонолога в Москве? Примерно? Ну, примерно от 50 до 100 тысяч отечественных рублей в месяц. Цены хабаровские оценили, там, продукты? Я вот смотрели, да, в ресторане ценник высокий достаточно. Ну, другое дело, что очень качественная, приятная еда и продукты. На четверочку. С двумя минусами? С тремя. В Хабаровске у нас большой отток молодежи, потому что нет возможностей карьерных, нет возможностей там приобретать себе жилье самостоятельно. Это все недоступно. Программы ипотеки, которые работают, но это приводит к удорожанию жилья, поэтому по факту не работает. Я оцениваю свою жизнь неплохо, но я не живу в Хабаровске. А вы откуда? Я жила в Хабаровске, но сейчас я в Москве. Вот мы сейчас с товарищем иностранцем, Южноафриканская республика, говорим о том, что ему нравится Хабаровск. Я немножко другого мнения, потому что качество жизни выше несколько. Южноафриканской республике? И в Южноафриканской, да. И в Москве, в Южноафриканской бензин стоит всего на 50% дешевле, чем наш. Да. Они привозят, да, завозят, а мы производим. Я из ЮАР, из Йоханнесбурга. Я сделал сейчас 16 месяцев здесь. И меня направится здесь, потому что это здесь не как дорогой, чем в ЮАР. На 4. Вы не из Хабаровска? Нет. Откуда? С Новосибирска. Так, экология плохая. Дороги. Дороги. Как мягко сказать. Ну, это, собственно, проблема всех российских городов. Нет, у вас хорошие дороги. Нет, у вас очень хорошие дороги, да. Первый раз в Хабаровске? Нет. Хороший город у вас. Хороший? Вам нравится? Да. Уютненький. Уютный, спокойный, маленький. Люди все такие доброжелательные. Сейчас дорогое жилье для молодых. Продукты дорогие сейчас. Зарплаты маленькие. Ну, я даже не могу так сказать вам, как я могу оценить. Живу да живу. Ну, лично меня все устраивает. Если кого-то, может, не устраивает? Проезд 35 рублей не устраивает, конечно. А так, в принципе, я считаю, что Хабаровск хороший город. Из 10 на 6. Почему 6? Ну, потому что цены здоровые, на продукты здоровые, автобусы подорожали. Ничего, на Западе жил гораздо лучше. И все продукты подешевле, и проезды хоть куда можно съездить, любой город дешево. А отсюда попробую это выехать. В Петербурге жил, там катался уже, в Сочи, куда угодно. Я оцениваю качество своей жизни высоко. У меня хорошее качество жизни. Ну а что, у меня плохое? У меня все отлично. У меня есть квартира, машина, гараж, дача, трое детей, поездки, ворд-класс, подруги, друзья, здоровый образ жизни, у меня все хорошо. Я бы улучшила качество дорог все-таки. Не просто по Хабаровску, а вообще по всему краю. Не устраивает состояние дорог, там дворов каких-то, там грязь, которая везде у нас. Ну хотя бы выбор есть. Ну да. То есть раньше выбора вообще не было, что съесть. Теперь хотя бы на все есть выбор. Да, ты приходишь, есть то, есть все. Ну, это уже хорошо. Ну, единственное, что не каждый может себе позволить. Мы работаем много, да, то есть нам нормально живется. Но мы видим, как людям вокруг становится все сложнее и сложнее, прям резко замечаешь. Когда вот ты сидишь в этом офисе безвылазно, а потом раз выходишь на улицу, ты видишь, как люди меняются, становятся злее как-то, каждый сам за себя, никто никому не доверяет. Что люди голодают, скажем так, да, уже где-то на своем уровне, им чего-то не хватает, и они уже не умеют радоваться, они уже ничему не радуются, не хотят никого любить, не хотят никому дарить тепло. Наверное, надо больше праздников.